आपने जिस प्रकार से भारत के प्रति आपका लगाव है, इसका ये आपकी जो निजी प्रतिबद्धता है उसका ये एक प्रकार से प्रतीक है। और भारत रशिया संबंधों का कितना महत्व है वो इससे साफ होता है, और इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। Ваше Превосходительство, мой дорогой друг, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, приветствую вас в Пене для 21-го ежегодного двустороннего саммита. Я также приветствую всех членов делегации Российской Федерации. Я знаю, что за последние практически 2 года это только ваш 2-й визит за рубежом. Это свидетельствует о вашей личной приверженности нашим отношениям. Несмотря на все сложности, связанные с пандемией, вы посещаете Индию, это говорит о вашей любви к Индии. कोविड की चुनौतियों के बावजूद भारत और रूस के संबंधों की रफ्तार में कोई बदलाव नहीं आया है। हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप निरंतर मजबूत होती गई है। Несмотря на сложности пандемии, нет никаких изменений в темпе развития наших двусторонних отношений между Индией и Россией. Наше особо привилегированное стратегическое партнерство продолжает укрепляться. कोविड के खिलाफ लड़ाई में भी दोनों देशों के बीच बेहतरीन सहयोग रहा, चाहे वैक्सीन ट्रायल्स और उत्पादन में हो, मानवीय सहायता के लिए हो, या एक दूसरे के नागरिकों की देश वापसी के लिए हो। В борьбе против ковид сотрудничество между нашими странами было тесным, будто это испытание и производство вакцин, гуманитарная помощь или помощь людям вернуться на свою родину в сложное время. Excellency, वर्ष 2021 हमारे द्विपक्षीय संबंधों के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण है। इस वर्ष 1971 की ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन के 5 दशक और हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 2 दशक पूरे हो रहे हैं। इस विशेष वर्ष में आपके साथ फिर मिल पाना मेरे लिए हर्ष की बात है, क्योंकि हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में पिछले 20 वर्षों में जो उल्लेखनीय प्रगति हुई है उसके मुख्य सूत्रधार आप ही रहे हैं। Ваше Превосходительство, 2021 год является важным для двусторонних отношений по разным причинам. В этом году мы отмечаем 50-летие договора о мире, дружбе и сотрудничестве между Индией и Советским Союзом от 1971 года, 20-летие нашего стратегического партнерства. Поэтому мне очень приятно встретиться с вами в этом особом году, потому что за все достижения наших двусторонних отношений, за все эти достижения в нашем стратегическом партнерстве за последние 20 лет стоите именно вы. पिछले कई दशकों में वैश्विक स्तर पर कई फंडामेंटल बदलाव आए, कई तरह के जियोपॉलिटिकल समीकरण उभरे, किंतु इन सभी वेरिएबल्स के बीच भारत रूस मित्रता एक कांस्टेंट रही है। दोनों देशों ने न सिर्फ एक दूसरे के साथ निसंकोच सहयोग किया है, एक दूसरे की सेंसिटिविटीज का भी विशेष ख्याल रखा है। यह सचमुच इंटरस्टेट दोस्ती का एक यूनिक और विश्वस्त मॉडल है। На протяжении последних нескольких десятилетий на мировой арене было много фундаментальных изменений, перемен, возникали разные геополитические формирования. Однако среди всех этих изменений то, что осталось неизменной, это российская и индийская дружба. Обе наши страны не только сотрудничают друг с другом, но и относятся к чувствительностям друг друга с особой заботой. Это действительно уникальная и основанная на доверии модель межгосударственной дружбы. Excellency, 2021 हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए भी विशेष है। आज हमारे विदेश एवं रक्षा मंत्रियों के बीच 2+2 डायलॉग की पहली बैठक हुई। इससे हमारे व्यवहारिक सहयोग को बढ़ाने का एक नया मैकेनिज्म शुरू हुआ है। Ваше Превосходительство, 2021 год является важным и для нашего стратегического партнерства. Сегодня состоялась первая встреча глав внешнеполитических и оборонных ведомств в формате 2+2. Этим мы запустили еще один новый механизм для укрепления практического сотрудничества. अफगानिस्तान और दूसरे क्षेत्रीय विषयों पर भी हम निरंतर संपर्क में रहे हैं। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम और व्लादिवोस्तोक समिट से शुरू हुई रीजनल पार्टनरशिप आज रशियन फार ईस्ट और भारत के राज्यों के बीच वास्तविक सहयोग में बदल रही है। Мы были в регулярном контакте по Афганистану и по ряду других вопросов. Наше межрегиональное партнерство, которое началось на Восточном экономическом форуме и на нашем с вами саммите в Владивостоке, сейчас превращается в конкретное сотрудничество между Российским Дальним Востоком и Штатами Индии. आर्थिक क्षेत्र में भी अपने रिश्तों को और घनिष्ठ बनाने के लिए हम एक लॉन्ग टर्म विजन अपना रहे हैं। हमने 2025 तक $30 बिलियन के ट्रेड और $50 बिलियन के निवेश का लक्ष्य रखा है। इन लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए हमें अपनी बिजनेस कम्युनिटीज को गाइड करना चाहिए। Также в экономической сфере мы принимаем долгосрочное видение для усиления наших отношений. Мы поставили цель увеличивать взаимный товарооборот до $30 миллиардов к 2025 году и увеличить взаимные инвестиции до $50 миллиардов. Для достижения этих целей мы должны ориентировать наше бизнес-сообщество. विभिन्न सेक्टरों में आज भी हमारे समझौतों से इसमें मदद मिलेगी। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन से हमारा रक्षा सहयोग और मजबूत हो रहा है। स्पेस और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्रों में भी हमारा सहयोग आगे बढ़ रहा है। Заключенные сегодня соглашения в разных сферах также нам помогут расширять наше сотрудничество. Наше оборонное сотрудничество укрепляется посредством совместной разработки и совместного производства в рамках нашей программы «Make in India» «Делай вид». Также расширяется сотрудничество в сфере космоса и в сфере гражданской ядерной энергетики. НЭМ में ऑब्जर्वर और IORA में डायलॉग पार्टनर बनने के लिए रूस को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इन दोनों मंचों में रूस की उपस्थिति का समर्थन करना हमारे लिए खुशी की बात थी। अनेक क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भारत और रूस का एक जैसा मत है। आज की बैठक में हमें इन पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा। Хочу поздравить Россию с получением статуса наблюдателя в движении неприсоединения и также статус партнера по диалогу в рамках Ассоциации стран бассейна Индийского океана. Мы были рады поддерживать присутствие России на этих площадках. У Индии и России схожие позиции по многим региональным и глобальным вопросам. Сегодня в нашей встрече у нас будет возможность обменяться мнениями по всем этим вопросам. एक्सीलेंसी एक बार फिर भारत में आपका स्वागत करता हूं, आपके डेलीगेशन का स्वागत करता हूं। इतनी व्यस्तता के बीच भी आपने भारत आने के लिए समय निकाला, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे विश्वास है कि आज की चर्चा हमारे संबंधों के लिए बहुत उल्लेखनीय होगी। फिर एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Ваше превосходительство, еще раз добро пожаловать в Индию. Также хочу приветствовать всех членов российской делегации. Несмотря на ваш насыщенный график, вы нашли время посетить нас. Это для нас очень важно. Я уверен, что наши сегодняшние дискуссии будут весьма полезными для наших отношений. Еще раз добро пожаловать. Спасибо. Спасибо большое, уважаемый премьер-министр. Дорогой друг, мне очень приятно быть снова в дружественной стране, в Индии. Dear Prime Minister, dear friends, I'm so very happy to be able to travel here to visit the friendly country of India. Мы проводим саммиты на высшем уровне регулярно, каждый год, поочередно и в Индии, и в России. We're holding summits every year, taking turns in India and in Russia. К сожалению, в прошлом году мы пропустили из-за пандемии. Unfortunately, we had to skip last year because of the pandemic. Но все равно наша очередь приезжать в Индию, я благодарю вас за приглашение. Still, it is our turn to travel to India, so I'd like to thank you for your invitation. Мы относимся к Индии как к великой державе, с дружественным нам народом и с замечательной предысторией наших отношений. We perceive India as a great power, a friendly nation, and a time-tested friend. Отношения между нашими странами развиваются, устремлены в будущее. The relations between our countries are developing and are looking into the future. Если в прошлом году у нас наблюдался спад товарооборота на 17 лишним процентов, то за первые 9 месяцев текущего года рост составил уже больше 38%. Last year, the trade has decreased by 17%. This year, in the first 9 months of this year, we see an increase by 38%. И у нас, безусловно, есть все возможности достичь тех уровней товарооборота, о которых вы сказали. And naturally, we have every opportunity to reach the levels of trade that we have spoken before. Это касается и инвестиционной деятельности. And the same applies to investments. Сейчас 38 миллиардов примерно равно распределяется, чуть больше инвестиций с российской стороны. Right now, the mutual investment stands at about 38 billion, with a bit more investments coming from the Russian side. Но мы действительно сотрудничаем, работаем в очень важных перспективных направлениях. We are actually cooperating and working on very important and promising matters. Это касается энергетики, это касается высоких технологий, включая космос. That applies to the energy sector and high tech, including space. И уверен, что здесь программа, о которой мы говорили, будут реализованы, в том числе и подготовка индийского космонавта. And I think that the programs that we will be discussing here today will be implemented fully, including the training of Indian spacemen cosmonauts. Мы работаем в военно-технической области, причем так, как не работаем с одним нашим партнером. We also cooperate greatly in military and technical sphere, like with no other country. Имею в виду, что мы вместе занимаемся разработками высокотехнологичной военной продукции и производством, в том числе в Индии. By that I mean that we develop high technologies together, as well as produce in India. У нас есть еще очень важная повестка, которая, безусловно, представляет интерес как для Индии, так и для России. Я имею в виду все, что связано с заботой об окружающей среде. We also have common important agenda that is of interest both to India and Russia, and by that I mean environmental cooperation. Мы думаем об этом, думаем о зеленой повестке, о нашей экономике, о ее развитии. We think about the green agenda and about the development of our economies. Но, конечно, мы исходим из реалий, из потребностей наших экономик, из необходимости постоянно повышать уровень жизни наших граждан. But naturally, we proceed from the reality and the needs of our economies, that is, to consistently increase the level of life for our citizens. Мы продолжаем активно работать на международной арене, и, как вы сказали, действительно, у нас наши позиции по очень многим вопросам совпадают. We continue to cooperate jointly in on global agenda, and as you have said, indeed, our positions are quite similar or coincide. Нас безусловно беспокоит все, что связано с терроризмом. Naturally, we are concerned about everything that has to do with terrorism. И борьбой с ним, даже как с наркотиками, с организованной преступностью. I mean the fight against terrorism, also fighting drug trafficking and organized crime. В этой связи, конечно, нас не может не беспокоить ситуация и то, как она развивается в Афганистане. And with that regard, naturally, we're concerned about the developments of the situation in Afghanistan. Ну и вот наши коллеги здесь, министр иностранных дел и министр обороны, первая встреча в таком формате, но говорит о том, что мы продолжаем развивать отношения и на международной арене, и в военной сфере, непосредственно в военной сфере. As we have our colleagues with us today, I mean foreign ministers and defense ministers, after their inaugural meeting, that means that we continue to develop our cooperation on international agenda and in the military sphere. Мы проводим совместные военные учения. We hold joint military exercises. И на территории Индии, на территории России. Благодарны вам за это внимание к этой составляющей нашей работы. We hold joint military exercises both on the Indian and Russian territory. I'd like to thank you for your attention to this component of our cooperation. Намерены и дальше работать по этому направлению. And we intend to work further on that matter. Еще раз большое вам спасибо за приглашение. Once again, thank you very much for your invitation.